«Малина и клубника из Кыргызстана». Такая надпись, хоть и кажется незначительной, в соседних странах привлекает особое внимание. Наша ягода оказалась уже знаменитой, и многие покупают их с удовольствием. Вот только наладить связи за границей не так-то просто. Для этого агентство по продвижению и защите инвестиций проводит встречи с местными крестьянскими хозяйствами. АБЗИ окажет в рамках мандата по продвижению экспорта содействие по, во-первых, упаковке и, во-вторых, по вхождению в розничные торговые сети. То есть это два разных направления, когда ты напрямую поставляешь на базары, и когда ты входишь в розничные сети, там условия совсем другие, контрактация, там есть обязательства и так далее. Ну и в то же время самый главный аспект – это упаковка самого товара, и она должна быть конкурентоспособной. Экологически чистый у данного хозяйства не только сам продукт, но и посуда, в которой перевозятся ягоды. Здесь у данного хозяйства есть даже свой цех, где производятся ящики из дерева. Причем дерево уже высохшее обязательно. В итоге получаются вот такие ящики, а к ним изготавливают такие маленькие отсеки. Это для того, чтобы при перевозке из одной страны в другую ягоды не потеряли свой товарный вид. В прошлом году где-то 7-8 тысяч производили, в этом году где-то около 15 тысяч производим ящиков. Но дерево местные привозят, здесь наши, здесь закупаем дерево, здесь местные пока. Многие предпочитают, чтобы на деревянных ящиках, так как им, во-первых, красиво смотрится и экологически чистый, кажется. В этом цеху трудится в среднем 30, а во время сезона 60 человек. Благодаря экоящикам за последние 2 года хозяйству удалось увеличить экспорт. Мы поставляем страны СНГ, это Россия и Казахстан, малину, клубнику экспортируем. Наша клубника ценится в России, он превосходит своим вкусом, запахом, качеством, сладостью. И в прошлом году мы примерно около 600 тонн экспортировали, а в этом году около 1000 тонн уже экспортируем. Мы совместно несколько семей, это примерно около 97 семей, вместе объединившись, мы экспортируем клубнику, малину, это страны СНГ. Но уже второй год, как мы улучшили тары, благодаря этой таре, объем продаж в Кыргызстане малины, клубника увеличилась и пользуется высоким спросом. В планах хозяйства строительство холодильной установки для охлаждения ягод и круглогодичных поставок на экспорт. Сейчас Исмаил объединяет почти сотню семейств, которые и экспортируют тысячами тонн клубники и малины. Айзада Урумбаева, Эмиль Талайбекулу, «Пирамида».